бешеные скидки. Всем привет! Сезон отпусков в самом разгаре, и в случае перелета вам понадобится чемодан. А если билет предполагает только ручную кладь, нужна сумка, отвечающая параметрам вашей авиакомпании. Всевозможные сайты предлагают дорожные сумки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Большинство авиакомпаний требуют, чтобы размер ручной клади не превышал 115 сантиметров по сумме трех сторон, то есть максимальный размер чемодана 40 на 55 на 20 сантиметров. Вес не должен превышать 10 килограммов. У лоукостеров более жесткие требования к размеру – от 100 до 110 сантиметров по сумме измерений. Ограничения по весу от 5 до 7 килограммов. Эти же требования предъявляются и к дорожным сумкам. В тканевых сумках есть внешние карманы, куда можно положить документы, посадочные талоны и необходимые в дороге мелочи. При одинаковых габаритах тканевые сумки, благодаря эластичности, могут вместить больше вещей, чем пластиковые. В некоторых тканевых сумках объем можно увеличить. Для этого нужно отстегнуть дополнительную молнию. Сумку из легкой ткани можно сложить до размеров 15 на 15 на 3 сантиметра или 20 на 20 на 5 сантиметров и застегнуть на молнию. Сумку из ткани сложно поцарапать, но в дороге ткань пачкается, а очистить ее трудно. Если ткань сумки без влагозащитной пропитки, вещи в ней могут промокнуть. На сайте Озон сумку для ручной клади сейчас можно купить со скидкой за 1151 рубль. Ее прежняя цена – 2231 рубль. Цвета розовый и черный. На дне ножки для защиты от грязи и пыли. Сбоку имеется крепление для чемодана, если вы решите захватить его с собой. Размеры 40 на 29 на 19 сантиметров. На сайте Wildberries сумку для ручной клади сейчас предлагают за 1645 рублей. Раньше она стоила 3500. В наличии серый, белый, синий, розовый и черный цвета. Сумка имеет два отделения, каждое из которых закрывается отдельной молнией. Одно из них внутри с прочным полиэтиленовым подкладом для мокрых вещей, другое с обычным подкладом и внутренним карманом на молнии. Снаружи имеется небольшой карман на молнии. Благодаря эргономичному дизайну является очень удобной, легкой и в то же время вместительной. Размеры 25 на 30 на 20 см. На сайте Яндекс.Маркет сумку для путешествий сейчас предлагают со скидкой в 41% за 879 рублей. Цвет светло-розовый. Есть также бордового и кремового цвета. Вместительная, очень крепкая и удобная. Можно повесить на плечо. Имеется дополнительный ремень. Эта складная и непромокаемая сумка-трансформер выдерживает до 20 килограммов. Имеет карман для удобной фиксации сверху на ручке чемодана. Размеры сумки 41 на 24 на 18 сантиметров. На сайте Sportmaster рюкзак фирмы Demix, который подойдет в качестве ручной клади, сейчас можно купить со скидкой за 1499 рублей. Есть выбор цвета – розово-серый, светло-серый, красно-синий. Одно отделение, три кармана. Размеры 31,5 на 12 на 43 сантиметра. Материал 100% полиэстер. На сайте Touch сумка Polar Black, подходящая по габаритам для ручной клади, сейчас продается со скидкой в 12% за 3476 рублей. Материал 100% полиэстер. Размеры 36 на 28 на 25 сантиметров. Есть выбор цвета. Сумка продается в черном, красном, синем и коричневом цветах. Основное отделение закрывается на молнию. Внутри два отделения. Один карман на молнии и один открытый карман. В комплекте есть регулируемый плечевой ремень. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.